Королева красоты Гондураса пропала без вести перед поездкой в Лондон для участия в конкурсе «Мисс Мира». Об этом сообщают местные СМИ. В последний раз 19-летнюю Марию Хосе Альварадо видели уезжающей с вечеринки вместе с ее сестрой на автомобиле без номерных знаков. Это было 13 ноября в регионе Санта-Барбара, который контролируется наркокартелями. В связи с исчезновением девушки полиция допросила четверых человек. Мать пропавшей не теряет надежды. Бог все видит. Пусть он сделает так, чтобы ее освободили. Альварадо должна вылететь в Лондон 19 ноября. Если она не появится в среду, то местный представитель «Мисс Мира» сообщит им, что она не прилетит, потому что была похищена. И в таком заявлении не будет ничего удивительного. Вы читали, что людей похищают и убивают каждый день. Гондурас считается страной, где происходит больше всего убийств. На каждые 100 тысяч жителей здесь убивают 90 человек. Это вдвое больше, чем в соседних Венесуэле и Сальвадоре. В последние годы в Гондурасе свою сферу влияния установили мексиканские наркокартели. Бедную центральноамериканскую страну сделали главным перевалочным пунктом на пути переправки кокаина из Южной Америки в США.